тоже тут то есть, сейчас у нас? Любонька, вы где стоите? Добрый день. Добрый день, я только пришла. А, может, вас тоже туда? Да, вон, да, вот, я сейчас. Вот, смотрите, вот еще девочка. Кого еще девочка? Всем нам мира, с вами я, Любовь. Сегодня 19 мая 2024 года, город Николаев. Мирная акция в поддержку без вести пропавших и военнопленных. Родные выходят и в своей мирной акции просят вернуть наших пленных домой. Погода в Николаеве теплая, все расцветает, зеленеет, и хочется жить. Хочется жить и видеть рядом своих родных, которые сейчас находятся в плену. 3-й год. Гарнизон Мариуполя, взятый в плен в 22-м году в апреле месяце, находится в плену. 3-й год нам не предоставляют никакой информации о наших родных. 3-й год координационные штабы ничего не делают для того, чтобы возвращать наших родных из плена. Нужно уже, чтобы присутствовали при переговорах родные. Родные быстрее смогут провести переговоры и вернуть своих сыновей из плена. Наша 36-я бригада. Добрый день. Здравствуйте. Наши ребята.
Каждый раз так мы выходим в воскресенье на мирную акцию и говорим тем, что наши родные находятся третий год в плену, третий год никакой нет информации от наших сыновей, мужей, братьев, что с ними, как они. И мы хотим их вернуть домой, домой, только домой, всем мира, всем жизни. Каждый человек выбирает жизнь. Я выбираю жизнь, я хочу жить, я хочу видеть своих детей живыми. Всем нам мира. Это машины сигналят, поддерживая родных. Естественно, воздушная тревога. Это для нас уже обыденно. Воздушки сутками у нас. Моя позиция – стол переговоров, прекращение огня. Возвращение наших пленных, вопрос решения по без вести пропавшим, остановить кровопролитие, остановить смерть украинского народа. Всем нам мира!